Едва запустив новую генерацию полноразмерного пикапа «Тундра», Toyota сразу поспешила соорудить соплатформенный внедорожник. Так появилось третье поколение модели Sequoia. В основе «Тундры» и «Sequoia» лежит полностью новая рама, что отличается повышенной прочностью. Все лонжероны теперь имеют строго коробчатое сечение, а поперечины вдвое нарастили толщину. Ходовая часть также подверглась усилению, а за доплату доступна адаптивная подвеска или пневмобаллоны сзади. Любопытно, что прошлое поколение имело заднюю независимую многорычажку, что ради экономии вдруг сдала пост пружинному мосту. А вот то, что большой SUV лишился классической атмосферной восьмерки, примерив бензиновый битурбомотор V6 от свежего Land Cruiser, было ожидаемо. Правда, шестерке вдобавок ассистирует электромотор, так что общая отдача — серьезные 440 сил. Позицию шестиступенчатого автомата заняла 10-диапазонная коробка, а систему полного привода неожиданно сменила идеологию. Вместо постоянного полного привод сделался архаичным, подключаемым с жестко подрубаемой передней осью. Салон может принять 8 или 7 гостей с одним трехместным диваном или двумя раздельными креслами на среднем ряду. Трехместная галерка оснащена продольной регулировкой и электроприводом складывания. Отдельного внимания заслуживает багажник, где появилась мощная полка, которую можно ставить на разных уровнях. А все потому, что кресла третьего ряда лишь складываются, но не убираются, так как под полом стоит батарея гибридной системы. Дабы одним махом удовлетворить максимальное количество клиентов, Toyota сразу подготовила роскошную комплектацию Capstone, салон которой отделан кожей и шпоном, а также пару внедорожных вариаций. Скажем, исполнение TRD Pro предлагает увеличенный дорожный просвет, усиленный передний стабилизатор, дополнительную защиту днища, плюс крутейшие с выносными резервуарами амортизаторы Fox. За океаном продажи Sequoia техасской сборки начнутся летом, и там большой Toyota придется бросить вызов сверхпопулярному Chevrolet Tahoe, который ежегодно находит больше сотни тысяч почитателей. В России новинка, скорее всего, никогда не появится, хотя бы по причине странной трансмиссии. Времена внедорожников с парт-таймом у нас давно прошли. Хотя некоторое время назад российский офис Toyota раздумывал над тем, чтобы расширить гамму за счет Sequoia, но не сложилось.